организованный и умеющий действовать на стандартах. Смотрите, как все было разыграно. Очень необычный розыгрыш. По большому счету, пас низом, пропущенный мяч. И дальше удар на... Как в стенке продолжает толкаться. Но бьет ближний, достает, но... 1-1, довольно быстро Ростов отыгрывается. Это Эзет Алахи. Вот так вот, если нет Азмуна, найдется другой иранец, который забьет. 1-1. Ростов отвечает своим стандартам. Пускай не первым, но главное, что счет сравнен. Все по новой. И удар хорош. Снова он. Это Тильманс. Опасно может быть. Удар поворотом. Ох, каков удар, а! Но нельзя Тильманса оставлять. Он же только что нам показал 3 минуты назад, что у него полный порядок с ударом и с умением принять быстрое решение. И здесь не закрыли его правую ногу. И 3 футболиста. Поднятый голову. В падении. Пенальти. И пенальти. Лука Банти указывает на точку. Вот еще раз смотрим. Гацкан ставит ногу. По-моему, она ближе к мячу, хотя заваливаться Гацкан начал раньше. Полос, разбег, удар, 2-2. 2-2. Снова ростовчане быстро отыгрываются. Снова, в общем-то, примерно те же минуты. Может быть, немножечко другая в цифире математика. Знаем о том, что в прошлом сезоне в чемпионате России на протяжении 4 месяцев его признавали лучшим футболистом Ростова. С сентября по декабрь.